Ви думаєте, дійсно всі би, навіть отримавши право на продаж землі, що зразу би обов'язково продавали? Може, дійсно є в цьому сенс? Зараз ми говоримо про те, нам розказали прекрасний приклад соціально відповідального бізнесу. Але в Україні не так багато прикладів соціально відповідального бізнесу. А що буде, коли закінчиться строк оренди? А чого ви думаєте, що українських селян не змусять продавати цю землю, як це сталося, наприклад, в тій же Аргентині, коли дозволили фактично продавати землю, але люди хотіли продовжити договір оренди, їм сказали ні. Ми з вами тепер договоримося, не хочемо продовжувати. Давайте продавайте нам землю. Тим паче, що в Україні офіційно наші можновладці, міністерство, яке відповідає за земельну реформу економіки, торгівлі і АПК, воно сказало, та ні, в Україні не може бути дорога земля. Ну, 1500 доларів. Ну, там, ну, може, 2000 доларів. Українська земля, український чорнозем, 25% чорнозем. Ну, ви бачите, того пана міністра Милованова не варто дуже серйозно слухати. Послухайте, як ми не можемо не слухати міністра Милованова, якщо у нього є право підпису і печатки, якщо він розпоряджається сотнями тисяч життів в Україні. Але він сам визнав, що він дебіл. Добре. Тоді у нас не працює Міністерство охорони здоров'я, яке не мало би зараз допускати міністра дебіла до управління українською державою. Ну, бездійство – це теж наказуємо, між прочим. Як і злочинні дії влади, і бездіяльність влади. Вони є, покарання за ними має бути. І знову ж таки, цим законом, хто не говорить, що погана сама думка про те, що земля може бути товаром. Добра, хороша думка, але цим законопроектом не буде для українських селян і для українських громадян можливості всім отримати землю. І всім з цієї землі отримати якийсь зиск, чи то продавши, чи роздавши її в оренду. Тому тут питання саме в формі і в устройстві цього закону. Дякую. Дело в том, что вот то, с чего вы начали, как бы сравнение с какими-то другими видами товаров, это любимая на самом деле такая игра в такую софистику, которую сейчас проводит власть. Вот они берут, там, например, сидит какой-то представитель новой власти, новое лицо, он достает смартфон и говорит, вот вы можете продать смартфон? Можете. А почему землю нельзя продать? Вот на самом деле вот это упрощение, оно может быть и действует на, как бы на кого-то. Но, опять же, здесь можно тоже упрощать, но только с другой стороны. Смотрите, ну, человеческие органы, это же тоже как бы собственность человека, да? Но никто не будет говорить о том, что давайте сейчас полностью легализуем рынок человеческих органов в Украине. То есть это говорит о том, что нельзя все сводить каким-то примитивным примером, да, то есть сравнивать землю со смартфоном, потому что земля на самом деле это как бы жизненное пространство нации. И это товар с особым как бы статусом и с особым механизмом обращения. Поэтому рынок земли, он действительно как бы нужен, но должны быть механизмы и специальные инструменты сдерживания противовесов для того, чтобы государство защищало свои национальные интересы в этом вопросе. Кстати, вот предыдущий звонок, когда мы слышали, наш слушатель говорил о том, что вот есть хороший пример компании, которая вкладывает в развитие села, да, которым они сдают в аренду свои паи, но в то же время этот человек выступает за то, чтобы как бы открыть рынок земли, что он хочет продать. Вот как бы это как раз типичный пример, знаете, как смешались кучу кони люди, да, в сознании людей. Они понимают, что это успешное аграрное предприятие, оно бы не возникло, если бы ему нужно было тратить огромные деньги сейчас на выкуп земли. Але з іншого боку, сама можливість людини продати в випадку цього землю, вона більш відповідальність, мені здається. Ну, смотрите, це ж опять-таки дуже ефемерно. Ну, смотрите, навіть почнемо сходити з того, що земля – це специфічний товар. Да? От можливість продати землю. От візьмемо, допустим, поле. Да? И вот у кого-то есть пай в середине этого поля, да? И вот какая у него есть возможность продать или не продать, если вокруг уже все выкуплено, да? То есть он фактически... Или вокруг никто не хочет продавать. Вот ты только внутри хочешь продать кусочек, естественно, тебе за это не дадут той цены, которую ты захочешь. Возьмут подешевле. Это говорит о том, что будут огромными массивами землю покупать, и человек, который не захочет, например, продавать, его пай окажется в центре этого поля, он просто будет зарастать в середине поля бурьяна, и никто не будет брать у него в аренду, и никто не будет покупать. И, кстати говоря, почему и сейчас... защиты законодателей вот от этих случаев, да, не продумал. И очень важный момент, вот сейчас, почему именно сейчас запускается рынок земли, огромное количество паев, вот этих распаеванных земель, оно же еще даже в натуре не выделено, да? Оно его даже в кадастре этих земель нет, нет даже земельных участков. То есть, фактически, этот рынок будет открыт под тех людей, которые будут покупать огромные массивы земли, которые смогут профинансировать внесение в кадастр. Но державный акт выдает уже на стадии приватизации земли. Державний акт з відводом. І
в плане как бы права человека продать очень хороший пример, что произошло с приватизацией. У всех тоже были эти приватизационные ваучеры. Они все имели право продать, продали. Кто-то купил там утюг, кто-то купил чайник. Потом банки в результате выкупали. Вся эта система, все эти ваучеры сконцентрировались в руках 3-4 финансово-промышленных групп, которые владеют сейчас 90% или 99% активами нашей страны. А то же самое будет и с рынком земли. Вот это вот пресловутое право продать приведет к тому, что через 5 лет 99% земель будет сконцентрировано в руках там 3-4 крупных транснациональных корпораций и местных лендлордов.